Рассыпался выпускной коллектор. Он чугунный, можно ли его как-то заварить? Как-то заварить можно всегда, но лучше заварить так, чтобы держался, не так ли? По сути, начало, как и при сварке чего-либо, очень важно хорошенько все зачистить. Далее прогреваем грелочкой будущий шов, то бишь трещину. Варим. Варить надо медными электродами, те, которые с медным стержнем. Для чугуна напряжение где-то 80-100 плюс-минус. На практике увидите сами. Снова прогреваем горелочкой. Когда остынет, обрабатываем шов. Один раз решился на подобный эксперимент, чисто потому, что заставили обстоятельства. А так-то надежность узла, конечно, теряется. И если есть возможность, конечно же, лучше купить новый или хотя бы целый. Не знаю, как коллектор поживает сегодня, ибо машинка продана, но более 3 лет я на ней отъездил перед продажей. Поэтому с уверенностью говорю, что последовательность, описанная ранее, рабочая. Пришел я к ней не сам, интернета в таком доступе, как сейчас, не было, поэтому поспрашивал у всех своих знакомых сварщиков. Ну и собранной в кучу информации воспользовался. Может, кому пригодится. Если кто сталкивался, делитесь своим опытом. Всем удачи!